Здравствуйте, меня зовут Валерия Гальченко, и с сегодняшним видео продолжение разбора вальса Георгия Свиридова. Я разберу вторую тему первой части, вот эту. Начнем разбор. Сначала показываю, как играть правую руку. Напомню, тональность у нас до диез минор, знаки при ключе, фа диез, до диез, соль диез, ре диез. Я все-таки решила, что я их буду называть все, чтобы вы сразу привыкали к этим знакам. Так будет правильнее. Начинаем. Первая фраза. Соль диез. Держим. Потом форшлаг си-ля. Мы его играем быстро. И потом соль диез. Давайте покажу, как со счетом. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз. Четверть с точкой получается. Ля – это четверть с точкой и соль восьмая. Дальше. Соль, до, соль. И еще раз то же самое. Соль, до, соль. Всю фразу играю со счетом. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот эта соль последняя, восьмая, она играется чуть тише. Все разы. Дальше, вторая фраза. То же самое начало. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. А вот здесь не то же самое повторяется. Играем соль, ми, до диез. Соль, ми, до диез и до диез держим. Еще раз играю вторую фразу со счетом. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз. Дальше. До диез держим. Потом форшлаг ми-ре. Ре-бикар, обратите внимание. До диез. И к ля приходим пятым пальцем. Хорошенько надо замахнуться. Ля. Еще раз со счетом. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, ля. Взяли ля, держим. Дальше. Фа диез, соль диез, ля, соль диез, фа диез, ми, ре диез, до диез, си, ля, соль диез, фа, фа диез, соль диез, фа диез, ми, ре диез. Еще раз показываю. Вот вы пришли к ля. У нас сначала до ля движение от фа диеза со вторым пальцем. Фа диез, соль диез, ля. А потом опять вниз. Ля, соль диез, фа диез. Постепенное движение вниз. Ми, ре диез, до диез, си, ля, соль. И дальше украшение. Фа, соль, фа. Играем его таким образом, чтобы вот эта фа, последняя длинная нота, четверть, пришлась на сильную долю. Еще раз от си. Со счетом. С ля. Раз, два, три. 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 Это первое проведение темы. Давайте я сразу покажу левую руку, соединю вместе, а потом покажу, как играть второе проведение темы. Там небольшие подголоски появляются. Левая рука. У нас здесь так же, как и в первой теме, бас и аккорды. Бас. Ре диез. Аккорд соль.
си диез, фа диез. Два раза. Раз, два, три. Теперь бас. Соль диез. Аккорд. Соль диез, си диез, фа диез. Тот же самый. Еще раз оба аккорда. Раз, два, три. Раз, два, три. Теперь бас. До диез. Аккорд. Соль, до, соль диез, до диез, ми. Раз, два, три. Бас. Ми. Аккорд тот же самый. Соль диез, до диез, ми. Далее. Бас. То же самое. Повторяется. Ре диез. Соль диез, си диез, фа диез. Соль, те же самые аккорды, до диез, соль диез, до диез, ми, ми, соль диез, до диез, ми. Дальше появляется новый аккорд. Бас, до диез, аккорд си, до диез, ми диез. Это у нас отклонение доминанта к фа диез минору. Тоже два аккорда. Раз, два, три. Еще повторяется то же самое. Переходим в фа диез минор. Фа диез, бас, аккорд, ля, до диез, фа диез. Раз, два, три. Потом бас, ми, аккорд тот же самый, ля, до диез, фа диез. А дальше у нас сложный аккорд. Его нужно играть арпеджиато. Сейчас покажу два варианта, как вы можете его сыграть. Первый, как играю я, это ну, у кого техника уже получше. Ре диез, ля, до диез, фа диез. Поскольку аккорд широкий, это нужно либо очень большую руку иметь, мало у кого такая рука, поэтому играть его нужно арпеджиато, то есть быстро, поочередно играем звуки все. Как его учить? Сначала два последних звука поучили, потом прибавляем по одному звуку. Если у вас никак не получается, то можно без верхнего звука сыграть вот такой аккорд одновременно. Ре диез, ля, до диез. Раз. Он на первую долю идет. Раз, два, три, паузы. Следующий аккорд. Ми, ля диез, до диез. Фа, дубль диез. То есть это нотка соль, но в до диез миноре у нас соль нету. У нас есть фа, дубль диез. Вот он. И вот так же, либо играем арпеджиато, так, конечно, будет звучать более, более полно, будет красивее. Ну, либо, если совсем никак, то вот он сокращенный ми, ля диез, до диез. Тоже на одну долю. Раз, два, три, паузы. И последний аккорд. Фа диез, ля, до диез, ми. Но этот аккорд не такой широкий, можно его сыграть одновременно. Тоже раз, два, три, паузы. Теперь я покажу, как соединить одновременно вот этот отрывок. Обе руки. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. И еще раз эту фразу. Раз. Аккорды играйте чуть тише в басу, то есть бас громче, аккорды полегче, потише. Еще раз. Раз, два, три. Раз, два, три. И раз, два, три. И раз, два, три. И опять повторяем. Раз, два, три. Раз, два, три, и раз, два, три, и раз, два, ми в правой руке, два, три, и до одновременно, два, три, раз, два, три, и раз, пришли к фа диез минору, раз, два, три, правую руку держим. Дальше бас, а с аккордами вступаем правую. Два, три, и вот он аккорд.
Если вы играете арпеджиато, то у вас ля должно совпасть с верхней нотой аккорда. То есть аккорд надо начать чуть пораньше. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. И. Дальше вторая тема. Она практически не отличается, то есть она такая же, но у нас в правой руке появляются подголоски. Вот они. Сейчас покажу. У нас мелодия внизу. То есть мы играем вот так. Сейчас сначала просто сыграю. Вот она тема. То есть она у нас первый палец играет тему. Мы стараемся ее выдержать как можно дольше, сколько у вас получится. А верхним голосом играем подголоски. Вот они. Соль диез, ля, соль диез, фа диез, ре диез, си диез, соль диез. Они играются ровно восьмушками. Раз, два, три. Раз. Обратите внимание, когда я играю... Вот, я вот здесь уже должна соль отпустить, потому что мне си диез нужно сыграть первым пальцем. Соль сыграла тихо. То есть я здесь выделяю первый палец, вес руки переношу на первый палец. Раз. Подголоски играю тихо. А дальше тему. Как в начале. Опять у меня подголоски. Те же самые. Раз, два, три, четыре. Дальше у меня опять то же самое подголоски. Раз, два, три, раз. Дальше тема. Далее опять до. Выделяю до диез. А в правой руке будут подголоски. До диез, ре бекар, до диез, си, соль диез, ми диез, до диез. Вот так. Раз, два, три, раз. Опять же, до диез. Первый палец играем погромче, подголоски потише. Раз, два, три, раз. Дальше то же самое, как было. Ми, ре, бекар, до, ля. Дальше фа диез, соль диез. И как была мелодия, дальше ля, соль, фа. Только у нас тут ля берется, дублируется октавы. Ля, 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 соль диез, фа диез. Еще раз, вот от верхнего ля. Ля. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Дальше у нас мелодия ми, до диез, ля. Но с ми мы тоже берем вот такой аккорд. Ми, тут получается фа, дубль диез, ля, ми. Раз, два, три. До диез, ля. И далее мелодия соль диез, ми, ми, ре диез, до диез. Но мы играем так. На соль диез у нас ми, соль диез, ми, ми. На ре диез у нас аккорд фа диез, соль диез, ре диез, ре диез. И дальше аккорд ми, соль диез, до диез. Получается так. Раз, два, три, раз. От ля сыграю всю фразу. Раз, два, три, 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 раз. Так, левую руку пройдемся. Она, по-моему, то же самое примерно. Сейчас пройдемся. Бас, ре, диез, соль, си, диез, фа, диез. Два раза. Соль. Аккорд такой же. До, диез. Соль, диез, до, диез, ми.
ми, аккорд такой же. Ре диез, соль си диез, фа диез. Я сейчас немножко останавливаюсь на басу, на самом деле аккорды будут играться ровно. Ре диез, соль си диез, фа диез, соль, аккорд соль диез, аккорд такой же. До диез, ми, соль диез, до диез, ми. До диез, си, до диез, ми диез, то же самое, как было, два раза. Фа диез, ля, до диез, фа диез, ми, ля, до диез, фа диез. Вот тот же самый аккорд арпеджиато, ре диез, ля, до диез, фа диез. То есть он берется раз, два, три, дальше другой аккорд. Ми, ля, до диез. Ровно просто, одновременно все звуки, он не трудный. Раз, два, три. Потом дальше соль диез, до диез, раз, два, на три берем соль диез, си диез, тоже арпеджиато. Получается так, раз, два, три, раз, и на раз берем аккорд до диез, соль диез, до диез. Давайте с аккордов, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Теперь я вам показываю второе проведение темы. Давайте чуть пораньше начну, вот от си. Мы первое проведение заканчиваем. Нам нужно после ре диез скакнуть на октаву. Можно порепетировать ре, соль. А левую руку, вот мы сыграли аккорд. Все, она у нас свободна. Мы сразу готовим, на ре диез ставим. Пока играем правую, у нас левая уже стоит. И дальше медленно. Раз, два, три, раз. И дальше медленно. Раз, два, три, раз, два. Три и раз, два, три и раз, два, три и раз, и два, и три и раз, два, три и раз, два, три. Три. И здесь развитие, мы чуть громче играем, хотя все это проведение идет на форте. Раз и два и три и раз, два, три и раз, два, три. Пришли. Раз, два, три, раз, два. Три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Обратите внимание, бывает трудно, когда вот эти подголоски удержать темп. Поэтому вам здесь, как метроном, должна выступать левая рука. Она дает вам метр движения. Вы ее слушаете. Помимо того, что у вас правая мелодия, вы должны держать внимание на левой руке. Вот. Тут довольно-таки сложно. Вы мне скажите, вам дальше разбирать продолжение? Или вам этого достаточно? Как вам по уровню? Справляетесь ли? Получается выучить? Буду очень рада обратной связи. Спасибо за просмотр. Если видео оказалось вам полезным, ставьте лайки, оставляйте комментарии со своими вопросами и предложениями. До новых встреч в следующих видео.